Уже много лет центральное место в череде праздничных мероприятий 9 мая занимает шествие «Бессмертный полк». Он один из живых символов, дань памяти нашим предкам, тем, кто положил собственную жизнь на алтарь Великой Победы. На этот раз в связи с режимом самоизоляции акция не сможет пройти в прежнем формате. Однако «Бессмертный полк» все равно промарширует. В 11:00 по местному времени во всех городах страны портреты героев будут показаны в режиме онлайн. Телекомпания ТВН также будет вести трансляцию. Режим самоизоляции вносит коррективы в нашу повседневную жизнь, но он никоим образом не может повлиять на наше желание отметить великий для всей страны праздник – День Победы. На протяжении нескольких месяцев в редакцию телекомпании ТВН шли сотни писем от магнитогорцев. Нам присылали фотографии родных и близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне или трудившихся в тылу, воспоминания о павших в боях за Родину, стихи и песни военных лет в исполнении благодарных потомков. Настало время поделиться этим бесценным материалом с магнитогорцами. Поэтому в сетке вещания произошли некоторые изменения. Завтра, 9 мая в 11:00 в эфире телекомпании ТВН мы покажем виртуальное шествие героев Бессмертного полка. С полным расписанием программ вы можете ознакомиться на нашем сайте tvdefisin.ru. Это День Победы, порохом пропах. Это радость со слезами на глазах.